На рассмотрение Добрый Бундестага. вечер, уважаемые По мнению господа. Сегодня у зампредседателя нас вот парламентской такой вот фракции приемник. ХДС Кристиана Вадефуля, большинство депутатов, в том числе Green из партии правящей коалиции, тысяча. Будут за. Поставки немецкой бронетехники Украине поддерживают христианские и смотрите, демократы какая у него и зеленые, антенна. А также некоторые свободные и социал-демократы. Вау! Россию нужно остановить, иначе война может выйти за пределы Украины, предостерег один из лидеров зеленых Антон Хофрейтер. На его взгляд, боевые действия могут растянуться на месяцы. Нужно поставлять Украине больше оружия и ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа, иначе Путин может напасть на другие европейские страны, тревожится политик. Полный запрет на импорт российских энергоносителей может вызвать экономический кризис и сокращение немецкого ВВП на 2%. От этого предостерегает Бундесбанк. Наиболее критичным явился бы отказ от природного газа из России. Он покрывает более половины потребностей. Himmel, morgen dann schönes Frühlingswetter mit knapp 20 Grad, ganz viel Sonne, etwas Wind, also haltet vielleicht eure Sonnenschirme fest. Kurz nach halb zehn, der Blick auf die Straßen der Radio-Essen-Verkehrsservice. Vorsicht bitte, auf der A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Essen-Kettwig und Kreuz Breitscheid. Da ist die Fahrbahn aktuell gesperrt, dort hat es... В полиции считают, что на статистике отразилась пандемия. Например, квартирных краж стало меньше. Вот такой у меня сегодня вечер с Грюндингом.